Телеканал «Наука 2.0» представляет. Вы понимаете, мы здесь собрались не для того, чтобы поиграть в этот детский бильярд. Это, конечно, все несерьезное, да, и оно умрет своим чередом. Сейчас мы подготовим такую маленькую скромную пневмопушечку, которая стреляет настоящими бильярдными шарами. И проверим, что может сделать бильярдный шар, если придать ему хорошее ускорение. На пределе у вас. Да, мы померим ускорение. Я думаю, мы померим разрушение. Хорошо. Окей. Итак, как вы видите, это уже пушечка посерьезнее. Построил нам ее наш Илья, постановщик спецэффектов. И, наверное, тебе слово расскажи в двух словах, как она работает. Это обычная воздушная пушка. Обычность ее в том, что для выстрела у нас используется сжатый воздух. У нас, Саня, видишь, есть ствол. Ствол, причем непростой, это не обычная водопроводная труба, это цельно тянутый цилиндр гидравлический. Да, у нас есть ресивер. Там у Саши сбоку. Вот это сборка баллонов. Баллонов высокого давления, да. По шлангу, то есть сечение в 1 дюйм, собственно, мы туда вдуваем большое давление. Какое быстро. Большое? Быстро, причем. Быстро, вдуваем. Быстро, да. Какое большое, будем с тобой пробовать. Саня, ну команды. 3, 2, 1. Огонь. Так, ну кажется, стол улетел. Кажется, мы пробили дыру. Нам все-таки удалось разбить сразу два шара, биток и тот шар, по которому пришелся удар, кто-то принял. Но, мало того, мы и сломали стол. Но, Илюх, это причем же не нашим шаром, не которым да, стреляли. Да, но это же стол детский, он сделан из простейшего оргалита. А как ты думаешь, а можно разогнать бильярдный шар до такой скорости, чтобы он пробил настоящий гранитный стол? Слушай, тут вопрос именно крепости шара. Насколько он крепкий. Или качество гранита. Вот, и скорости подлета. Абсолютно верно. Но мы попробуем. Давайте проведем эксперимент. Давай. Мы так на секундочку до этого стреляли даже не при 100 атмосферах, а 80 атмосферами. Да. Здесь, я думаю, придется накачать побольше и подготовить, ну, не... Бильярдный стол. Я, кстати, давно хотел бильярдный стол домой. Ну, у нас, к сожалению, упрощенная его версия. Ага. Такую не надо версию, спасибо. Но там настоящий гранит. Вот такой у нас фрагмент бильярдного стола. Это гранитная плита 6 сантиметров. Ну, серьезная такая, да. Да. Бильярдные столы хорошие, меньше 4 сантиметров плиты не делают. 6 – это вообще идеально. То есть это нормально? Это, вот это по-настоящему, вот как оно и должно быть. Только нету бортиков. Ну что, как ты думаешь, восьмерочка его возьмет? Слушай, не знаю. Звучит он как стальной лист, на самом деле. Все слышат, да? Ну да, попробуем. Давление побольше, да? Ну да. Сейчас мы качнули, наверное, 120, да? Посмотрим, что у нас будет. Что? Пойдем. Какие сомнения? Посмотрим. Будут?
Ты, главное, должен попасть. Ты сделал себе отметку, нет? Отметка. Да. Как-то ну, так. Хорошо. Готов. 3, 2, 1. Огонь! Ты видел? У нас машина чуть не поехала. Слушай, ну хорошо, попал-то как, а? Как попал-то, а? В общем, абсолютно беспрецедентно. Из хорошего материала делают бильярдные столы, да. А шары из плохого. Ну, слушай, это же не костяной шар, я не знаю, как-то. Ну, я думаю, костяной бы разлетался точно так же, а может, даже лучше. Наверное, да, наверное, да. В кино, когда прячешься за столом, опрокинутым, это должен быть стол бильярдный. Слушай, идея хорошая. А может, попробуем, можно ли его пулей разбить? Давай. А есть же что? Ну, конечно. Вот так стрелять. Ну, пойдем смотреть. Ты знаешь, мне кажется, ты его не разбил. Ну, смотри, я попал ровнёхонько в первое отверстие. И хоть бы хны этой плите. То есть хорошие делают бильярдные столы. Да. Его и пули не прошибешь. С другими словами, если вдруг начинается перестрелка в баре, то бильярдный стол тебя точно защитит. А только надо восьмером его на бок класть. В общем, мы нашли предел прочности бильярдного стола. Он непробиваем. Бильярдный шар при любых обстоятельствах будет его слабее. То есть, если даже пуля не взяла, то, я думаю, шар ни при каких обстоятельствах его не разобьет. Ну что, переходим к калибру побольше чуть-чуть? Ну, давай.